Дождливое утро помешало провести мероприятие на свежем воздухе. Участники массовой зарядки собрались в зале Дворца спорта. Воспитанники детской юношеской спортивной школы номер 2 отделения плавания, сотрудники ВГСО и активисты молодежного совета при администрации города под веселую музыку заряжались энергией и позитивом. Повторяя вслед за тренером-преподавателем Еленой Пустоваловой несложные упражнения, взрослые и дети размяли суставы, плечевой пояс, поясницу, руки и ноги. Не ленись, не ленись, вправо-влево наклонись. Мы без дела не сидели, мы качались, как качели. Зарядку можно делать утром и вечером. Зарядку можно делать, если делать нечего. Главное не лениться на зарядке. Вот тогда будет все в порядке. В преддверии Дня физкультурника в Красноярском комплексе спортивных сооружений прошла утренняя массовая зарядка. Все ребята пришли на позитиве, с хорошим настроением. Надеюсь, также после окончания зарядки они все остались бодрыми, веселыми и продолжили свои тренировки. Всех поздравляю с наступающим праздником Дня физкультурника. Желаю оставаться активными, веселыми, бодрыми. Утренняя зарядка имеет большую пользу для организма. С медицинской точки зрения она положительно влияет на тонус мышц, кровообращение, улучшает обмен веществ, стимулирует умственную деятельность и улучшает общее состояние. Несколько минут, потраченных на утренние физические упражнения, это залог хорошего настроения и бодрости на весь день, уверены участники массовой зарядки. Для бодрости духа, чтобы себя целый день хорошо чувствовать, чтобы суставы не крутило, ничего не болело. И особенно перед спортивными мероприятиями, чтобы травму не получить. Для здоровья и бодрости обязательно можно делать зарядку перед учебой, чтобы можно было посидеть за партой и не отекали так сильно шеи, спина, ноги. Настроение позитивное, очень приятно видеть молодых людей, которые действительно волнуются за свое здоровье и действительно хотят заниматься спортом. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общий укрепляющая, утром отрезвляющая, если жив пока еще гимнастика. Новости телеканала «Луч».